Турнир под названием «Юниор Баскет» проводится уже третий год среди детей 2007 года рождения и младше. Каждая игра разделена на 4 периода по 6 минут. Баскетбол – это прежде всего командная игра, и все ребята старались играть сообща. Финальная битва развернулась между учениками 2-й и 3-й школ. В начале первого периода команда 2-й школы сразу начала выделяться. Юные баскетболисты больше играли на территории соперника и чаще попадали в кольцо. В ходе соревнований все участники продемонстрировали ловкость, быстроту и выносливость. По словам тренера Даниэля Кабедина, этот турнир – отличная возможность оценить уровень мастерства юных спортсменов. Игры проходят очень увлекательно, много детей энергии, азарта. И подыскиваем. Кто-то после соревнований остается, записывается на секции. Те, кто занимается уже в секциях, они, соответственно, могут свои, то, что они натренировали на тренировках, они могут показать в играх. Несмотря на огромные усилия всех спортсменов, победила команда 2-й школы. Вторыми стали ребята из 3-й школы, на третьем месте – ученики 1-й школы. Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и кубками. Я очень сильно рад. Мы первый раз заняли первое место. Я занимаюсь баскетболом 4 года. У меня вся семья баскетболистов. Было тяжело поначалу, потом мы как-то разошлись и начали закидывать и закидывать. Баскетбол мне нравится, потому что там много двигаешься и бегаешь. Лучшими игроками признаны Дарья Дробкова, Даниил Блохин, Максим Назаров и Андрей Мартынов. Они получили в подарок баскетбольные мячи. Завершился турнир общей фотографии на память. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.